Для того, чтобы обучиться потягиваться в переднем весе, вам нужно максимально овладеть передним весом. Я покажу вам пару упражнений, которые помогут вам хорошо овладеть передним весом. Со временем вы сможете делать напрямую поправку. Самое главное в этом упражнении – это постоянность. Вы должны постоянно его тренировать. Там примерно 5 подходов по 5 поднятий, 5-6. Также вам нужно овладеть выходом из переднего виса. Для того, чтобы выполнить выход из переднего виса, вам нужно научиться медленному выходу на бедро.